и не задерживаемся. Извините, а вот у вас вообще спорткомплексы есть? А то чайку прошли, каких-то непонятных быков прошли. Конечно, есть. Их у нас целых два. Вот сейчас, например, мы проходим мимо так называемого старого спорткомплекса. Но существует еще и новый. А вот это вот уже может быть интересно. А вот у вас там, наверное, спортом занимается. Какая вы догадливая. Да нет, вы знаете, в основном акробатикой. Пойдемте посмотрим. I'm gonna go to the hospital.